Всем привет, друзья! Сегодня мы будем смотреть на мою очередную постройку. На данный момент я еще не знаю, как я ее там назову. Возможно, рысь, то есть люнкс по-английски, или линкс, не знаю, как правильно. Вот, в общем, вот так внешне он выглядит. И у него есть несколько необычных функций. И первая из них — это подвеска, немного необычная, неординарная. Я нигде такие не встречал. Вот так под наклоном колеса у нас стоят. И самая главная их особенность в том, что можно регулировать высоту клиренса нашего. То есть можно сделать, поставить колеса полностью вертикально, либо еще сильнее их наклонять. И еще самая главная особенность этой постройки — то, что она отлично плавает по воде. По суше у нее скорость 120 км в час, по воде 60. Ну, все, давайте смотреть. В принципе, вот так дверь тут у меня открывается. Забавно, я долго над ним учился. Закрывается. В салоне ничего такого примечательного нету. Как бы, вот тебе 6 посадочных мест. Тут насос, если вода попадает, окошки и все, в принципе. Место для еще одного пассажира есть, или штурмана, можно сказать, и место для водителя. В общем, здесь постройка достаточно незамысловатая, но интересная. Так, включается зажигание, и включается у нас здесь все. Вот эта вот панель, она управляет переключением наших передач. Получается, вот сейчас мы стоим в режиме парковки, паркинг, да? И то есть у нас включены тормоза на некоторых колесах, не на всех. Ну, это специально сделано. Там конструктивные особенности. В общем, что мы здесь видим, какое управление? Ну, здесь карта обычная, вы уже видели. Вот, управляется, в принципе. Все работает. Там у нас показывается время и температура снаружи. Потом вот эти вот, вот эта вот панелька у нас отвечает за флайеры наши, которые, ну, то есть сигнальные огни. Вот сверху, здесь на крыше 3 штучки установлены, видите, показывают 3. И снизу в днище выпускаются дымы, получается. Тоже там по 2 штуки, то есть 6 там стоит, но за один залп 2 штуки используются. Вот. Потом здесь у нас это, получается, свет спереди. Ну, фары обыкновенные. Это свет внутри. Сейчас плохо видно, да, что он светит. Но ночью достаточно приятно. Не стал делать ярко. Потом вот эта кнопочка отвечает за трос. Вот этот вот кабель с магнитом. Эта кнопочка его подтягивает вверх. А это включает-отключает магнит. Ну, сделано для того, чтобы можно было отцепить спокойно из кабины, да, и уехать. Чтобы не возвращаться вот к этой вот панельке внизу, которая. Видите, вот с кнопочками. Так, дальше здесь у нас обыкновенный спидометр. Количество топлива 1200. Ну, вот как видите, в принципе, хватает достаточно надолго. Температура двигателя. Это будет сигнализировать нам, когда у нас будет мигать красным, когда мало топлива. Заряд батареи, здесь будет показываться, если вода наберется. Вот, ну, я вам попозже покажу. Здесь обыкновенная рация, вводим здесь канал какой-нибудь там, любой, да. Вот, нажимаем кнопочку говорить,
И также, чтобы справа у нас появлялась вот такой динамик. И говорим, и нас слышат все по, получается, 113 каналу, кто подключен. Вот. Так, идем дальше. В общем, самая главная фишка, о чем я рассказал в начале, это способность этой машины. Так, давайте посветлее сделаем. Менять свою подвеску, ну как, то есть занижаться и выше становиться. Очень простым языком, доступным объясняем, чтобы всем вам понятно. Вот получается low. Видите, мы наклонились вниз. И также можно выпрямиться. Соответственным звуком это все сопровождается, чтобы мы понимали, что происходит. Вот. Ну, в таком режиме, смотрите, вот я сейчас поворачиваю, колеса поворачиваются, все колеса получаются, для того, чтобы развернуться прямо на месте. Давайте проедемся. Кстати, я вам тут еще не показывал. Вот у нас есть задняя передача, здесь включается у нас камера, ну, здесь плоховато видно, но можно что-то разобрать. И вот, если мы газуем и едем, то мы на первой передаче едем назад. Да, здесь несколько передач. Я уже не помню, сколько давно строил, по-моему, 5 штук. Вот. Получается, есть нейтралка. Вот я газую, но мы не едем никуда. Потом есть low, то есть низкая передача первая. Для того, чтобы по горам где-то ездить или вытягивать кого-то. Лёха, громкий. Так. Следующая фишка — это у нас драйв, то есть автоматически будут переключаться передачи наши, там 5 штук, вроде бы, если я не ошибаюсь, ну 4 точно. То есть мы просто жмем вперед и разгоняемся вот до 120 почти километров в час. Вот, и также вот разворот на месте я вам не показывал, сейчас покажу, видите. Вот, потом я настроил это все дело так, что когда мы едем на большой скорости, чем быстрее мы едем, тем меньше колес у нас осуществляет поворот и на более меньший угол. Ну, отклоняется, чтобы резко нас там не заносило. Так что не бойтесь, поворачивайтесь прям на скорости. Вот, так. Потом, если мы переходим из вот такого режима, да, то есть, смотрите, если мы немножко наклоним наши колеса, то они все еще будут поворачиваться. Но если мы слишком сильно, ну, опустимся, ой, чуть немножко забаговалось, то у нас будут колеса уже не поворачиваться, а будет осуществляться поворот по принципу танка. Ну, то есть чуть больше подается крутящий момент на определенные колеса. Вот, если поворачиваю влево, то справа больше крутящий момент передается. Ой, мы чеканулись. Ладно, давайте заново. Я еще не все показал вам. Так, у данной постройки есть еще также выход наверх. Если вы не можете как-то выйти, либо вы плаваете, можно выйти здесь. Вот здесь кнопочка находится. Вот, так, давайте сядем и поедем уже в воду. Погружусь, и чтобы вы увидели, как плавает данная постройка. Так, вот подвеска отлично отрабатывает, по такому принципу построенная. Можно чуть пожестче даже сделать, потому что слишком сильно иногда отпружинивает. Ой-ой-ой-ой. Тормозим, тормозим, тормозим. Надо как-то в водичку заехать. Сквозь елки мы вряд ли проедем. Вот так вот из кабины вид у нас. Да, по горам, конечно, лучше помедленнее чуть ездить. А то тут хрупкие детали все в штормворксе. Ну вот, бах, упали в воду. И вот мы не тонем, спокойненько держимся на плаву. Вообще отлично. И плыви куда хочешь. Ничего нажимать не надо, все автоматически переключается. Тяга на винты вот снизу у нас идет. И вот плывем мы спокойненько
50 км в час сейчас. Ну, когда бак чуть опустошится, мы и быстрее плывем. На самом-то деле, вот 60 км я плыву. Также можно, чтобы долго не жать кнопку вперед. Вот у нас есть круиз-контроль. Просто задаем вот максимальную тягу. И ничего не делаем, просто сама у нас плывет как лодка наш БТР, или как его назвать, не знаю. Ну, также поворачивается, он немножко наклоняется вот так, чтобы повернуть. Ну, я думаю, тут ничего страшного. Короче, идеальная машина для каких-нибудь охотников, а не спасателей, я бы сказал. Вот спокойно люк открылся, вылез тут, вот и рыбачь себе. Потом, я же вам еще не показал систему оповещения затопления, сейчас покажу. Открываем дверь, набирается вода, слишком много не надо. Идем сюда, видим, ватер, вот у нас 20 литров всего набралось. А, нет, 20% тут в процентах. Вот, и сзади насосы откачивают. Чтобы не пиликало, можно отключить вот так, нажать вот этот звук, типа по-английски мут. Да, и все. Ну и в принципе вот и все особенности данной постройки. Выезжает из воды он тоже отлично. Давайте я продемонстрирую. Вот все, и едем спокойненько. Есть также лебедка сзади, кого-то подцепить, либо себя вытащить. И вот такие вот вспомогательные сверху еще на крыше, видите, тут у меня две кнопочки. Вот у меня поднимается слева панелька, видите, и справа. Иногда помогает, чтобы перевернуться, если мы на крышу легли, получается. Ну, а иногда и не помогает. Ну, в общем, вот такая вот необычная постройка с креативной подвеской. Пользуйтесь, ездите, и всем пока.